Какое сегодня утро чудесное! Ну что, вы проголодались, мои котятки? Что это за маленький котенок к нам пришел? Что с тобой, малыш? Малыш, какой ты маленький! Ты мой хороший, что с тобой случилось? Ты мой маленький, кто тебя бил? Почему ты в таком состоянии ужасном? А, какой маленький бедный котенок! Ребятки, вы его приютили, да? Только не обижайте его, я сейчас быстренько сбегаю за чем-нибудь вкусненьким и принесу укол. Нужно будет поставить укол, чтобы вылечить его, чтобы он поправился. Куда ты пошел? Малыш, как мне тебя достать? Малыш, я не сделаю тебе больно, не бойся. Не бойся. Иди ко мне сюда, иди сюда. Перестань бегать от меня. Иди ко мне, мой маленький, иди. Я же тебя уже держала на ручках и ничего плохого тебе не сделала. Я приготовила укол, он от бешенства, на всякий случай. Вдруг что-то случится с моими животными, которые у меня живут уже давно. Котятки? О, нет, укол упал. Ну ладно, я его подниму. Котятки, а где маленький котенок? Спасибо. Он здесь прячется, да? Так, сейчас я открою гараж. О, малыш! Малыш мой маленький, не убегай от меня, не убегай. Я тебе хочу помочь. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Фух, я успела ему поставить. Все, теперь мои животные точно не заболеют ничем. Котенок, куда ты делся? Где ты? Он в опасном месте, он залез на лифт. Боже мой, что делать? Я не бойтесь, я не бойтесь. Ты поможешь мне, малыш? Угу. Давай. Ну, я со скрипами. Ой, спасибо тебе. Теперь ты будешь всегда рядом со мной, и я тебя никогда никуда не отпущу. И с тех пор, как Барби приютила этого котенка, он всегда был вместе с ней. Когда она кушала курочку, мяу-мяу. Когда Барби купалась, котенок тоже был вместе с ней. Котенок даже спал на одной кровати вместе с Барби. Они даже вместе смотрели телевизор. Что такое? Барби очень хорошо ухаживала за котенком, и через какое-то время он поправился. Как его будут звать, Алиса? Смехач. Ну ты чего, Алиса? Давай его назовем как-нибудь поинтереснее. Наоборот, нужно дать ему очень хорошее имя, чтобы он поборол все болезни и больше у него не было никаких неприятностей. Давай назовем его... Малыш. Лаки, малыш, малыш или удачка. Малыш. Малыш, малыш. Хорошо, его будут звать малыш. Тафи, какой ты мокрый мальчик. Ох, это Тафи. Вот так, вот так. Тафи очень любит играть в песочнице. Убираем этих всех животных. Смотрите, он будет купаться. Кто? Этот маленький котенок. Для такого малыша такой огромный бассейн. Как я рада, что мы спасли котенка и что он теперь счастлив. Он будет жить у нас дома. Чем бы мне заняться? Даже не знаю. Приглашу, наверное, на тренировку девчонок маленьких. Давно я что-то не занималась, и они уже давно просятся, чтобы я их потренировала. Так, пойду им позвоню. Алло, девочки, привет! Хотите ко мне сегодня на тренировку прийти? Приходите, я вас жду. В 3 часа. Барби, смотри, у тебя там кот наверху. Где? Куда он опять забрался? Опять на лифт забрался. Да что с ним сделать, с этим малышом, а? Малыш, малыш, иди сюда. Хватит уже лазить везде. Это не малыш, я обозналась? Это мой котик. Его зовут Небо. Небо? Ты его с собой привела? Ну да, с тобой будет за Небо ухаживать. Вау, какой он красивый у тебя. Он не кусается? Нет. Костон убегает. Да я вижу. Он немножко как будто даже дикий. А? Ну ладно, пусть он у нас здесь играет, а ты ко мне иди сюда, подходи. А вы скажите, какой щуп у вас есть? У меня есть кот маленький малыш. Пойдемте, покажите. А когда тренировку начнем? Ну, Косту покажите.
Ну, пойдем. Пи-пи-пи. О, нет. Ах, девочка, ты упала. Все с тобой в порядке? Да. Лифт что-то работает неисправно. Он тяжело двигается. Алиса, не ломай. Алиса, не ломай, не нажимай на него. Он там, там, там. О, мы немножко проехали выше. Выходи, выходи. Ах, ты хулиганистый котенок, что ты тут делаешь? Ну, зачем ты снова одета? Стой, не ругайся. Хорошо, я не буду ругаться. Ты просто не хочу возле. Это наш малыш. Малыш. Он сам к нам пришел. И вот он такой вот до сих пор не поправляется. Ему, правда, лучше стало, но синяки до сих пор у него с глазок не сошли. Ну, просто не немножко покупайся. А, ты к нему хочешь? Ты вообще-то ко мне на тренировку пришла. Да. Ну ладно, купайся. Ко мне еще одна девочка должна прийти. Купайтесь, сидите. Все, я пошла. Привет, Фиолетта. Привет. Ты готова к тренировке? А что с тобой? Почему на голове такой бардак? Маме мне не расчесала волосы. Ой, какой кошмар. Ну ладно, значит, твоей маме было некогда. Хорошо, давай, вставай на тренажер. Поднимай ручки вверх. Сейчас мы будем тренироваться. О, так, стой. Так, ты не можешь поднять обе руки вверх? У тебя одна рука сломана, что ли? Да. Какой ужас. Похоже, сегодня у меня не будет тренировки. Ладно, давай мы с тобой тогда позанимаемся по-другому. Ты согласна? Она ему показала коту. Еще, давай еще. Еще котов показала? Пойдем со мной, и я тебе покажу котят. Пойдем. Вот, знакомься, это мои котята. Какой кошмар! Что ты себе позволяешь, это а? Это мой котенок. Это Фиолетта. Ты не узнал ее, что ли? А это котенок девочки, которая тоже пришла на тренировку, но она сейчас занята другими делами. Поднимайся в лифте к ней, она находится в ванной. Давай, будь осторожна. Лифт немножко плохо работает. Он иногда дергается. Девочка, ну стой с тобой. Да, присоединяйся. Угу. Что-то долго нет девочек. Наверное, я их позову. Девочки! Что? Девочки! Ну, вообще-то вы пришли ко мне в гости, поэтому давайте спускайтесь. Мама, я малыша тоже. И котенка берите с собой. Девочки, я приготовила вам полотенце. Давайте располагайтесь. И будем с вами заниматься. Сегодня у нас будет необычная тренировка. Ваша задача сделать березку. Молодец! Ты тоже умница? Как сложно. Терпи. Девочки, прекращаем тренировку. Что-то случилось с гаражом. Какой кошмар. Заело, похоже, механизм. Все, я бегу звонить мастеру. Алло, здравствуйте, мне срочно нужен мастер. У нас заело ворота гаража. Это какой-то ужас, такой грохот. И я боюсь, что ими кто-нибудь придавит. Здравствуйте, вы мастер? Да. Помогите мне, пожалуйста. Я боюсь, что придавит моих кошек. У меня там еще котенок, он боится выйти. Сейчас все будет готово. Котенок, малыш, 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 иди ко мне, иди ко мне. О, да-да-да, конечно. Малыш маленький, иди сюда. Сколько я вам должна, молодой человек? 2000 рублей. У меня сейчас нет таких денег. Может быть, я вам что-нибудь подарю из дома? Ну, давайте. Давайте, выбирайте. Может быть, я вас накормлю? Давайте. Давайте, проходите ко мне на кухню, на второй этаж, у меня есть курица. О, ничего себе, как вы так умеете? Вы вот. Очень сильный. Ну да, я научился. Ой. Я в порядке. Отлично, ну давайте поднимайтесь. А, все, я тоже поднялась. Можете скушать все, что вы хотите, все, что вы видите на этом столе. Здесь есть торт. О, что вам нужно? Что вам нужно? Какой ужас! Я так боюсь, Кену! Какой беспардонный мастер! Это ужас!
уходите. Спина моя громадит. Он громит мой дом, какой кошмар. Я вызываю полицию. Я вызываю полицию, или вы уходите отсюда. Что с ним? Уходите из моего дома, или я вызову полицию. Вы плохие девушки. Воришка, кыш отсюда. Я, конечно, благодарна вам за то, что вы починили гараж. Но зачем вы ко мне пристаете? Это неприлично. Я вызываю полицию. Потому что вы плохие девушки. Я хорошая. Почему я плохая? Потому что вы все пьете. Нет, это неправда. Все правда. Это неправда. Это правда. Не ломайте мой дом, уходите, уходите. Я вас очень прошу. Гена, пожалуйста, оставьте меня в покое. Да, я что-то случилось. Вы в порядке, Гена? Простите меня, если я вас чем-то обидела, но мне кажется, что вы немножко перегнули палку. Я вас очень прошу покинуть мой дом. Я не покину. Пожалуйста, нет. Покиньте мой дом. Нет. У меня тренировка, у меня здесь дети, а я вы так себя ведете. Вы мне обещаете? Да. Ну хорошо, вы можете подняться наверх и посмотреть телевизор. А я пока тут приберусь. Где у вас телевизор? На третьем этаже. Угу. Какой ужас. Здесь все разгромлено, бедные мои котята. Здесь я храню все средства для уборки помещений. Девушка, спустите! Девушка, спустите! Да что это такое? Он не дает мне даже помыть пол. Что вы делаете? Девушка, спустите! Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я не люблю ваши обнимашки. Отстаньте от меня. Я не отстану. Какой противный. Я вынуждена вызвать полицию. Он еще и хулиган. Я вся мокрая. Какой кошмар. Что мне делать? Я уже не знаю, что делать. Он хозяйничает в моем доме. Он снова поставил чайник, чтобы вскипятить воду. Я не знаю, как его выгнать. Он все время ходит по заднему двору и что-то ищет. Что-то ищет. Я боюсь этого. Что ему нужно от меня? Он подглядывает за мной. Как это страшно! Что вам нужно? Да сколько может это продолжаться? Вы опять разлили кипяток. Хорошо, что котята были в стороне. Перестаньте. Я вас очень прошу. Отстаньте от меня. Мы не отстанем. Отстаньте! Мы правда не отстанем. Да что вам надо? Мы сильно правда не отстанем. Я не хочу вас больше видеть. Мы сейчас выйдете меня. Я вызываю полицию. Да не вызовите. Перестаньте я ставить вас, чайник. Я хулиганю. Не надо хулиганить, это мой дом. Так продолжалось несколько дней. Он все хулиганил и хулиганил, а бедная Барби все ревела и ревела. Она уже не знала, что делать, но она боялась вызывать полицию, потому что Гена все-таки сделал ей доброе дело. Он починил гараж, но его поведение ее очень возмущало. Но она такая добрая девушка, что она все терпела. Он хозяйничал, как будто он живет у себя дома. Он смотрел телевизор. Он кушал то, что кушает Барби. Он прыгал с крыши дома. Это было вообще ужасно. Барби боялась, что он умрет. Но он постоянно выживал. А зачем ты ее туда потащил? Гена, прости, но я вынуждена позвонить в полицию. С меня хватит. Он даже выкинул мои печеньки, которые я готовила. Баба, ты меня не кормишь, я так веду. Как я не кормлю тебя? Я тебе даже курицу предлагала. Гена! Это сумка. Зачем ты мне ее принес? Я тебе ее подарю.
Это подарок? Да. А вот ты меня не вывез, ты мне не вывез, я тебе так... Это же сумочка Шанель. Я такой давно мечтала. Гена, спасибо. Я готова. Гена, я не верю своим глазам. Ты нахулиганил и прибираешься, подарил мне подарок. Это так приятно. Гена, ты исправляешься. Я хочу с тобой поговорить. А ты прости меня, если я чем-то тебя обидела, когда ты чинил гараж. Но мне до сих пор непонятно твое поведение. Но я вижу, что ты исправляешься. Поэтому давай мы с тобой будем дружить, Гена. Ты меня слышишь? Давай будем друзьями, хорошо? А я хочу тебе что-нибудь починить. А, ты любишь чинить. Гена, у меня неисправен лифт. Он все время дергается. Почини его, пожалуйста. Ой, не получается мне. Гена, я поняла. Ты хочешь работать у меня мастером? Угу. Да, я правильно поняла? Угу. Ты не можешь сидеть без дела, поэтому ты себя так ведешь. Тебе нужно все время двигаться и что-то делать. Все, Гена, я приглашаю тебя на работу к себе. Ты будешь работать моим мастером. Все, Гена, чини. Здесь. А, вот здесь. Ой. Готово? Нет, все готово. Спасибо тебе, Гена. Хочешь, я тебе покажу, где ты будешь жить? В какой комнате? Сейчас найдем тебе комнату. Я могу тебе даже выделить свою комнату. Хочешь? Угу. Пойдем, пойдем. На твоем стуле будет? Ты будешь спать на этом диванчике. Угу. И я даже приготовила для тебя маленькую уточку, чтобы тебе было помягче и поинтереснее. Шутки мне даже не нужны. Ой, я не могу здесь. Тогда ложись на полу. Здесь тепло и пол с подогревом. Тебя устроит? Я хочу на твоей кровати вместе спать. Почему вместе? Потому что мы друзья. Ой. Осторожно. Проходи через мою гардеробную, очень осторожно. Там много обуви. Какой ужас, я забыла закрыть окно и ветром раздуло все мои украшения. Весь мой декор для комнаты. Гена, помоги, пожалуйста, ты ведь мастер. На сегодня, конечно, устал, но все равно. Гена, ты сейчас все сделаешь и можешь укладываться спать. Спать. Молодец, Гена. Ты хорошо справляешься со своей работой. Укладывайся. Вот теперь тебе будет удобно. Спокойной ночи, Геночка.